Еще раз здесь заклеиваем все. В общем, продолжаем работать без электроэнергии, воды, тепла. Есть нюансы небольшие с обеспечением, а именно не хватает сейчас анальгетиков. В общем, вот так. Находимся уже на рабочем месте уже более недели. Кто-то еще больше. Так что вот так вот. Продолжаем работать. Все на своих рабочих местах. Удар, большая, я не знаю, что это, контузия, не понимаю. Все вот так потемнело, все размыто, пытаешься встать, не можешь. Упал, ползу, понимаю, нога, несмотря на нее. Не понимаешь, есть она еще или нет. Заползаю, переворачиваюсь, вижу, ноги есть. За мной Сережа. Наложил мне турникет, как я уже говорил. Очень страшно. Очень.